здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неведанном пути ждут замысловатые сюжеты. На аллее героев трудовой славы этим прохладным утром встретились без преувеличения несколько поколений химчан. Знаменитую песню Анны Герман поют и ветераны НПО «Лавочкина», и действующие сотрудники предприятия, и ученики подшефной школы «Лига первых». Собрались они по весьма знаменательному поводу – почтить память Георгия Бабакина, гениального ученого, покорителя космоса, который родился ровно 110 лет назад. Благодаря его таланту в НПО мне Лавочкина с 65 года были реализованы самые амбициозные задачи в области беспилотной космонавтики. Человек управляет луноходом на расстоянии почти 400 тысяч километров. Вижу лунную поверхность. Первая вперед. Это кульминация космической карьеры Георгия Бабакина, как считают многие эксперты. Но и до этого грандиозного успеха советской космонавтики главный инженер НПО имени Лавочкина создал невероятное количество летательных аппаратов, первыми покоривших Луну, Марс, Венеру. Он создал огромное количество очень важных, прорывных вещей в нашей истории космонавтики. 31 летательный аппарат. Это его все идеи, а 22 из них – это его личные разработки. Величайший человек в истории русской космонавтики. Имя Георгия Бабакина навсегда вошло в историю отечественной и мировой космонавтики. Память о таких людях – часть культуры нашей страны, констатировали на этой встрече присутствующие. В этом году, кроме юбилея Георгия Николаевича, нашему городу исполнилось 85 лет. Мы хотели бы, чтобы благодаря этому память о выдающихся людях, их роли передавалась из поколения в поколение, чтобы мы хранили ее, рассказывали нашим детям и последователям. Интересная деталь. Именем Георгия Николаевича Бабакина названы кратеры на Луне и Марсе. А в Химках память генерального конструктора увековечена в названии одной из улиц, бюстом на аллее героев трудовой славы и музеем в школе Лига первых. И такое внимание к наследию ученого вполне объяснимо. Ведь своей деятельностью Георгий Бабакин внес огромный вклад в историю и развитие Химок. Владислав Грачев, Руслан Сафин. Новости. Химки ТВ.